Использование технологии блокчейн в сфере медицинского каннабиса растет. Canna SOS – платформа, способствующая интеграции инновационных технологий в индустрию каннабиса, подписала партнерство с паблик-компанией First Bitcoin Capital Corp. Цель сотрудничества – увеличить использование токенов PerxCoin в индустрии медицинской марихуаны. Canna SOS будет представлять качественные и безопасные услуги через платформу PerxCoin Transaction Platform, которые смогут пользоваться как продавцы, так и покупатели. Движение средств будет саморегулироваться путем дополнительной эмиссии и вывода уже циркулирующих. Генеральный директор проекта Canna SOS Олег Чейн сказал: «Мы изучаем новые инновационные разработки, позволяющие убрать правовые ограничения и границы между странами. Проведение транзакций с помощью PerxCoin – это один из способов решения». Обратила на индустрию каннабиса внимание и правительство Канады. Оно уже рассматривает пути улучшения работы отрасли, обеспечения прозрачности и повышения безопасности ее для всех участников с помощью технологии блокчейн. Планируется, что инновации будут способствовать минимизации мошеннической деятельности и поддержанию взаимного доверия в этой сфере. Правительство Канады может стать первым государственным органом, обратившим внимание на использование технологий блокчейн для каннабис-индустрии и PerxCoin.